Вот такие прикольные и нужные товары для кухни я покажу вам в этом видео. И как всегда в конце ролика будет конкурс. Поехали! Всем привет, друзья! С вами канал Аль Пачино. Сегодня вы увидите 17 нужных и прикольных кухонных товаров с сайта AliExpress. И по традиции, для тех, кто досмотрит видео до конца, смогут принять участие в конкурсе с прикольным призом. Обязательно пользуйтесь кэшбэком, чтобы вернуть себе часть денег с покупки с множества интернет-магазинов. Все ссылочки на товары и на видео, как пользоваться кэшбэком, есть в описании под видео. Приятного просмотра! Держатели для горячей посуды. Помогут избежать ожогов при изъятии горячих тарелок из микроволновой печи и других горячих поверхностей. В деталях ручки проделаны отверстия с целью не допустить быстрого ее нагревания и скольжения в ладонях, а зажим на кончике держателя позволит надежно ухватить за металлический край посуды и достать или поставить ее обратно в огонь. Держатель легко складывается и не занимает много места в вашем рюкзаке, а благодаря алюминиевому сплаву весит всего 44 грамма. Универсальная сковорода 5 в 1. Сковорода разделена на 5 секций. Утверждается, что в силу этого обстоятельства на ней можно готовить сразу 5 блюд или 5 разных компонентов для других блюд. Вывод из этого делается такой. Время готовки может быть сокращено в 5 раз, и мыть после приготовления придется не 5 сковородок, а всего лишь одну, что также экономит и силы кулинара, и средства для мытья посуды, и воду. В общем, все инновационно и эффективно просто до неприличия. Сковорода изготовлена из литого алюминия с антипригарным покрытием. Силиконовая кисточка для смазки с ручкой-контейнером. Предназначена для смазывания форм для запекания, противней, сковородок, растительным маслом. Относительно новый способ применения – намазывание маринада или соуса при приготовлении мяса или птицы. Удобство ручки-контейнера неоспоримо. Заполнив ручку растительным маслом, вы равномерно нанесете его на дно посуды перед приготовлением или выпечкой, заполнив ручку жидким маринадом или соусом. Можно добиться идеального пропитывания без усилий. Обод антиразлив для кастрюли. Сегодня все чаще у многих домохозяек можно встретить кухонные аксессуары из силикона, так как они совмещают и функциональную нагрузку, и придают своеобразный уют в интерьере. Обод антиразлив – это в своем роде воронка, которая предназначена для разлива пищи из сковороды либо кастрюли по краю в другую чашу. Такая кухонная принадлежность займет минимум пространства и прослужит не один год без ухудшения своего первоначального вида. Обод способен выдержать большие перепады температур, не теряя своих свойств. Легко моется проточной водой и в посудомоечной машине. Гибкая разделочная пластиковая доска. Доски имеют большую рабочую поверхность. Гибкость доски позволяет перекладывать нарезанные на ней продукты в различные емкости. Для удобства использования доски имеют различные цвета и символы, соответствующие разным видам продуктов. Одним из преимуществ использования гибких досок является то, что они, в отличие от стеклянных кухонных досок, продлевают жизнь дорогим ножам. Твердое лезвие стального или керамического ножа в процессе нарезки не сталкивается с твердой стеклянной поверхностью, а мягко проваливается в пористую и безопасную структуру пластичной доски. Форма для льда в виде гитары. Традиционно сложилось, что формы для льда были прямоугольной или квадратной формы. Никакими звездочками, шариками и прочими льдинками и не пахло. Но теперь все изменилось, появился силикон, и формы для льда обрели новую творческую форму. Форма для льда гитары Cool Jazz станет прекрасным подарком любимому музыканту. Всем музыкантам и не только очень приятно видеть предметы, сделанные в форме любимого инструмента. Так что лед в форме гитары, да еще и с грифом, способен вызвать настоящее умиление даже у самого старого бывалого рок-н-ролльщика. Кроме обычной воды, в форму для льда можно залить сок или морс, тогда льдинки будут иметь свой вкус. Герметичная пробка для шампанского и игристых вин не дает пузырькам выходить наружу и минимизирует взаимодействие шампанского с воздухом. Отлично подойдет для закрывания бутылок с шампанским и всеми другими видами игристых вин. Просто поместите раскрытую пробку на бутылку и плотно прижмите. Такая пробка позволит вам сохранить прелесть игристого напитка, выполненная из высококачественной нержавеющей стали. Незаменимый помощник как в ресторанах, так и в домашнем баре. Внутренняя резиновая насадка и раздвижные фиксаторы позволяют быстро и плотно закупорить бутылку, обеспечивая полную герметичность. Яркие оригинальные скатерти на кухонный стол.
Скатерть на стол – это и красиво, и практично. Согласитесь, стол для приема гостей сложно представить без нее. Именно она и становится основой праздничной атмосферы. Если застелить стол такой скатертью, то все ваши гости и семья оценят не только красивый и интересный принт с яичницей или с клубникой, но и оценят качество самой скатерти, так как она льняная. Легко моется в стиральной машине и всегда будет приносить вам позитивное настроение. И, возможно, ваши блюда будут немножко вкуснее. Вакуумный упаковщик – замечательная вещь для тех, кто любит готовить быстро, хранить долго и безопасно, а есть вкусно и полезно. Теперь вы можете смело покупать продукты впрок и с легкостью брать их в поездку, не беспокоясь, что по дороге они испортятся или потеряют аппетитный внешний вид. Очень быстрое маринование рыбы и мяса под избыточным давлением, которое создает вакуум. Маринад намного быстрее и глубже проникает в поры мяса, что ускоряет процесс маринования в разы. Буквально 10-15 минут вакуума и мясо можно готовить. Для любителей шашлыков вакуумный упаковщик – истинная находка. Используйте также вакууматор как запаянщик пакетов. Набор мисок. Компактный и яркий набор мисок очень функционален и удобен в использовании. Благодаря тому, что емкости одинаковые по форме, но разные по размеру, их можно складывать одна в другую. В сложенном состоянии миски занимают совсем немного места. Все миски и ложки можно мыть в посудомоечной машине. В состав входят 5 пластиковых мерных емкостей объемом от 5 до 250 мл. 2 пластиковые миски для смешивания, пластиковый дуршлаг и сито из нержавеющей стали. Основание и большой, и малой миски для смешивания не скользит по столу. В малой миске есть измерительная шкала. Приспособление для лепки вареников. Вкуснейшие домашние пельмени, пирожки, вареники – это повод для встречи и общения с близкими и друзьями. Это пусть и маленький, но праздник. Набор форм для приготовления пельменей, вареников и пирожков позволит вам значительно сократить время на приготовление домашних изделий из теста и даже привлечь к себе на помощь мужа и детей. Для этого вам необходимо дном выкроить кружок из теста, поместить его в приспособление, середину заполнить начинкой, затем закрыть приспособление и сжать его таким образом, чтобы края теста соединились. Теперь осталось только отварить их, и вкусные вареники готовы. Складная решетка для приготовления пищи – это находка для вашей кухни. Только представьте, корзина легко превращается в дуршлаг, пароварку, жаровню и гриль. Как? Одним движением руки. С ее помощью вы легко приготовите макароны и после этого сразу в тарелку. Теперь приготовить во фритюре проще простого. Наполните корзину ингредиентами и опустите в кипящее масло. Ручки корзины всегда останутся холодными. Также с помощью нее можно с легкостью готовить на пару. А еще корзину можно использовать для удобного мытья овощей и фруктов. Размеры и компактность впечатляют. Толщина 1,5 см в сложенном виде. Теперь вам не нужны громоздкие дуршлаги и корзинки. Пароочиститель микроволновой печи. Каждый из вас задается вопросом, как очистить микроволновку, ведь в ней, если часто использовать, накапливаются капли жира, убрать которые составит очень много труда. Отмыть застывший жир поможет нам такой удобный и полезный инструмент, как пароочиститель для микроволновой печи. Он очень прост в использовании. Достаточно в резервуар фигурки налить немного воды и уксуса, затем поставить на 7 минут в микроволновку. Пар размягчит загрязнение, вам нужно будет только вытереть влажной салфеткой. Силиконовый складной дуршлаг обладает рядом неоспоримых преимуществ перед своими металлическими и пластиковыми аналогами. Оригинальный дизайн украшения любой кухни, современный экологически чистый и гигиенический материал изготовления, силикон эластичен, износостойк, легко моется, не горит и не тлеет, не впитывает запахи, не оставляет пятен. Удобство хранения. Дуршлаг очень компактный и в сложенном виде. Удобство эксплуатации благодаря жесткой конструкции стенок. Бутылка-диспенсер для масла. Удобная и практичная бутылка, которая идеально подходит для подачи оливкового или подсолнечного масла, уксуса к столу. Его главное преимущество в том, что с его помощью вы можете добавить в блюдо только нужное количество приправы. Достаточно нажать на кнопку на корпусе, и жидкость из бутылки легко попадут в измерительную емкость. Корпус емкости выполнен из качественного стекла, который отличается своей практичностью и прекрасными эксплуатационными характеристиками. Теперь вы никогда не испортите любимое блюдо уксусом или избытком масла. Аппетитные и яркие губки для мытья посуды.
Благодаря яркому окрасу и забавной форме губок мыть посуду будет куда интереснее, даже для тех, кто этот процесс ненавидит. Их цвет соответствует их дизайну. Губки могут быть в виде апельсина, манго, клубники или мускатной дыни. Небольшие размеры позволят их удобно держать в руке. Это очень практично, особенно для тех, кому неудобно пользоваться большими губками. Яркие губки для мытья посуды не только украсят ваш повседневный быт, но внесут немного ярких красок и сделают мытье посуды более приятным. Карандаш для чистки нержавеющей стали. У любой хозяйки имеются на кухне немало предметов из нержавеющей стали, но со временем они теряют свой вид и чистоту. Для чистки любой поверхности, в том числе и из нержавеющей стали, можно использовать чистящий карандаш. Он легко удаляет нагар и другие пятна, содержит активные чистящие компоненты, не повреждающие поверхность предметов. Но нельзя этот карандаш использовать для окрашенной посуды. Во время чистки краска снимается вместе с загрязнением. А вот и конкурс. Приз конкурса – аппетитные и яркие губки для мытья посуды. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, нужно подписаться на канал, поставить лайк этому видео и написать любое блюдо, которое вы любите есть или готовить. Участвуйте в конкурсе, и вам обязательно повезет. Спасибо, что смотрите мои видео. Всем пока!